А куда идем? Привет. Всем привет, моя зима, и мы идем на море. А с кем? Они с Сашей. Нажимай. Дурдом. Дурдом. Привет. Вперед. Куда едем? Вперед. На море. Жорик, купаться будем? Не будем. Сегодня солнечный день. Мы, в принципе, все уже тает в Мариуполе. Через рельсы переходим. Пошли. Ну вот мы приехали на море. Все во льду. Жорка, на качели, давай спрыгивай. Пошли дальше. Ребятки тут квадрокоптер запускают. Высота, да? Полез в море. Что, Жорка, купаться будешь? Смотри, если обломается, сразу домой. Водичка чистенькая. Жорке так и не терпится ноги промочить. Жорка увидел вагоны в отстойнике и поперся к ним. Любитель вагонов. Смотрите, это заброшенные вагоны в Мариуполе. Ну, похоже на заброшенные. Хотя в отстойнике, но почему битое стекло, открытые двери, непонятно. В таком состоянии вот вагоны стоят. Хотя там дальше хорошие. Да непонятно чего-то, да, Жорка? Вот так порисованное. Вон Жорка побежал, какой-то открытый вагон, хочет в него заглянуть. Ну пойдем посмотрим. Такие вот вагоны. Разломанные, поржавевшие. Видимо, ожидают своей очереди на переплавку на Торецк. Вот как-то так. Да, Жорка? Вот так все прогнившее. Двери выпавшие, окна выбиты. Еще чуть-чуть вагонов. Очень много вагонов стоит. Это, наверное, и очень много вот в таком состоянии. Да. А, вагончики. Пока вагончики, пока всем, да? Ну что, Жорка? Получается лепить? Получается. А ты же старайся, чтобы он круглый был. Бух. Много снега. Аня с Жоркой кормят чаек и голубей. Народу, конечно, много. Сегодня на пирсе. Ну, тепло, хорошо. Спасибо, сейчас идем туда. Пройдите. Дошли уже, бог знает куда, от берега. И все тут, все во льду. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Рекашка тут. Чтобы не выпал, да, держать. Все равно лёд. Лёд сантиметров 15. Жорка наблюдает. Утка! Ну все. Пока!